Далее у нас с вами идет шампунь питательный для всех типов волос, ценные масла, артикул 8210. Вот взяла его. Вы знаете, он идет такой вот прозрачный, тоже пахнет вот этой вот органой, как раз вот этим вот всем, прямо такой мощный у нее аромат. Вот этой вот маски, то есть это вот бессульфатная линеечка, но если честно, вот как-то люди говорят, что он меньше пенится. Я бы не сказала, что он прям круто меньше пенится, да, его может быть надо чуть-чуть побольше, и волосам в принципе нужно, когда же выразиться, привыкать, да, к этому всему, да, то есть ко всему должна быть идти привычка, но я не против, например, чтобы у меня подольше там какая-то не укладка, а какой-то уход подольше продержал. Например, вы сделали ламинирование волос, и после ламинирования волос сами парикмахеры просят бессульфатным шампунем хотя бы там первую неделю-две мыться, да, после этой процедуры хотя бы просят. Поэтому не лишнее. Да, не лишнее, надо иногда, хотя он у меня очень подолгу стоит в ванной. Дальше, питание, восстановление, шампунь. Это я отправлю родителям в деревню. Вот эти оба, кстати, тюбика, потому что они там ходят в баню, через день топят, моются целиком и так далее. Сейчас лето, жара, у них там стройка вовсю идет, они такие довольные все. В общем, я им отправляю два больших тюбика, потому что у мужчин что волосы, что тело, все одинаково. Дайте мне тюбик, я помою и пошли нафиг. Да, поэтому большие упаковочки отличных наших вот новиночек с ланолином совсем. Так, значит, мама, конечно же, она пару раз в неделю моется вот таким шампунем, поэтому я заказала 6 штук. Я сейчас посмотрела, у меня чуть-чуть вот столько осталось в ванной, и все, больше нет ничего. Поэтому я взяла прям 6 шампунек, по той причине, что, ну, быстро уж очень заканчивается, проще взять запасники и не мучиться, чем потом переживать, что, ой, закончилось, ой, а мне надо, а мне нечем, да. Значит, маска, это бальзам, да, то есть маска и бальзам. То есть, если вы хотите прямо желтушные волосы, да, прямо такие гидроперидные, как их еще называют, да, осветлить получше, то вам нужно шампунь, потом вот этот вот скраб, потом вам нужно сделать маску глубокую очищающую, то есть вы все это сделали, и потом наносите шампунь. Вот этот. Моете шампунем, держите прям 5 минут, 6 минут, да, тут написано меньше, но вы подержите подольше. 27-10 артикул. И потом вы наносите вот такую маску. Значит, шампунь у нас с вами, прям вот, люблю эти салфетки, их тут 50 штук, они прям не заканчиваются. Шампунь у нас с вами такого вот цвета получается. Значит, он идет такой прям, да, то есть получается шампунь, я вам хотела показать, то есть тут нажимаете его. И он такой жемчужный, красивый, такой вот прям яркий. И масочка, она идет к нему, получается, тоже в тон. Вот этой маской вы можете красить голову повторно. То есть сначала шампунем замочили, потом маской, а потом сделали уже бальзамчик сверху. И потом еще вот этой штукенцией. Сывороткой, да, сыворотка, она уже не красит, она идет просто как вот, да, как обычно сыворотка, но она не жирнит волосы, получается, а имеет такую вот, ну, это новый тюбик, он всегда тогда имеет такую вот приятную, классную консистенцию, и она не требует смывания, и уж очень она мне прям понравилось. И, кстати, у этой линейки, у Blonde Icon, очень такой яркий, какой-то ягодный, очень сладкий, такой приятный аромат. Прямо суперский. Мне он очень нравится. Такой женский-женский очень. Далее, три таких вот штучки. Универсальное антибактериальное средство. У нас два туалета. Я сразу ставлю в туалет, в прихожую. И еще мне нравится его на кухне держать. Да? То есть я могу не просто распылять, да, по кухне, а мне нравится прям тряпкой его намочить и прям протереть все поверхности, потому что оно идет именно для обработки ванной комнаты, кухни, обуви, места держания животных. Вот, что-то заказала 3, но у меня еще одна есть, но в принципе хватит, можно же ходить брать, но мне нравится, когда все под рукой. Вот, это средство не имеет вкуса, запаха, артикул 111-36, и оно безопасно для животных, вот кто боится, да, там спреем много. Далее, средство для чистки духовок и плит с новым ароматом, сила цитрусов, артикул
артикул 30-119. Отличная штука, моет так же хорошо, как и мыло, только теперь приятный аромат. Еще будет, по-моему, зеленого чая аромат или ну чего-то зеленого, или мятный аромат, еще какой-то будет, да, мы с вами смотрели новинки. О, такая вот красотища. Далее диффузор, или как он там называется, минутку. А, бутылка для воды с инфузором, простите, красная. А, материал тритан, объем 650 мл, высота 27,5 мл. Ну, в общем, у него просто, да, если отсюда вы пьете, и тут очень мега плотно, да, прямо очень мега плотно, пока вы тут вот не откроете, да, ну прям не откроется, это суперски просто. А тут, значит, снизу вы откручиваете, тут тоже все прорезинено, как вы видите, да, тут прям... Сейчас я откручу, да, то есть тут такая вот резиночка, то есть все плотно. Хотя это все пластмасса, но очень плотная такая, хорошая, качественная, да, пластмасса. И, значит, сюда что вы можете? Мы недавно в такую крошили дыньку с арбузиком и пошли гулять. И с Викуськой вот целую такую загулянку выпили, да, потому что сейчас лето, сейчас жара, эта тема очень актуальна. То есть вы... Наложили, допустим, сюда мяты, лимона, лайма, да, имбиря, все, что вам нравится. А, закрутили, да, воды налили и так вот закрутили. И буквально минут 10-15, да, можно повзбалтывать, а, у вас уже получается классная такая водичка фруктовая, и вы можете ее пить. Да, то есть очень удобно. С собой брать классно, жажду утолять здорово. Ну вот нам как-то дынька с арбузиком, конечно, с Викуськой понравилась. Мы туда накрошили. Прям очень вкусно, очень. Так, дальше. Браслеты от комаров. Вечером нам гулять нравится. То есть если вы его открыли, до 72 часов защиты, до 3 суток. То есть, если вы ее открыли, и ребенок у вас поносил часик на ноге, на руке, на рюкзаке, да, то есть на обуви, куда прицепите, то потом, когда вы приходите, ребенок снимает и кладет ее сюда обратно. И на зип-замочек закрывает. И вот тогда он будет действовать у вас долго. И чтобы он у вас вообще подействовал, да, в следующий раз, вот тогда будет великолепно. Мы тут ходили в лес. Это, конечно, что-то с чем-то. Не особо-то они в лесу справляются. Но там просто они как пиявки. И мы уже просто наносили спрей на обувь, на штаны, на капюшон сверху, чтобы не закусывали. Так они лезли в нос, в глаза. Их было целая куча. В общем, мы решили, что все-таки вот так вот летом на площадке в городе поиграть, в Москве тем более, там, да, Киров, центр города, это отлично. Если вы с ними пойдете в лес, где просто кишит комарами, клещами, мошками, то это будет защита слабовата. Я вам прям честно говорю. Вот, артикул 117-44. Но мы все равно берем, потому что в лесу мы в этом году, ну, практически ни разу и не были особо, да. То есть один раз были, там можно спрей заказать. А, все-таки эта вещь более безопасна, чем спрей, согласны? Так, дальше. Три лезвия для бережного безопасного бритья тут у нас идет с плавающей головкой. Это такие вот одноразочки, бритвочки. А, я их время от времени беру, они мне пригождаются. Обычные бритвы, я не могу сказать, что они одноразовые. Я могу ими и 2, и 3, и 4 раза воспользоваться. То есть не один раз побрилась и выкинула. Нормальные бритвы, прикольные бритвы. Можно брать с собой. Муж как-то ими побрился и говорит, что тут вот оно застревает. Да, то есть если сильно, да, вот он 3 дня не брился. Трех это, а тут-то не выходит никуда. И вот выковырять вот из этих дырок сложновато. Но для девчонок мы ж не зарастаем так сильно, как мужчины, да, идут зарастать. Поэтому вот для меня вот ножки там где-то подбрить после депиляции, да, там еще что-то очень удобно и места много не занимает. Зубная щеточка. Артикул 114-79. Да, каждые 2 месяца надо их менять. Салфетки антибактериальные, мои любимые. 115-50 артикул. Ими все протираю. У них идет, кстати, пролонгированный эффект такой чистоты. В плане того, что вы протираете, если ими, то пыль меньше садится. Далее, мужские трусы-боксеры. Я заказала черные и синие. Значит, черные в размере 2XL. Артикул 834-68.
То есть они такие идут хлопковые, классные, прикольные. Но тут, конечно, не чистый хлопок. Сейчас скажу состав. 95 хлопок, 5% эластан. Они действительно очень хорошо тянутся. Так прикольно, здорово. Резиночка удобная, все удобно. Тут в районе, да, между ног еще вот есть такая вот накладочка плотная, чтобы уж все было хорошо. Да, то есть если попа тут идет один слой, натягивается, то вот тут два слоя впереди, что тоже очень-очень удобно. Заказала еще синие, вообще ничем не отличаются, так это черные, вот такие вот они, да, как бы боксерчики идут, вот. А, чернильные, да, 95 хлопок, 5 эластан, 83, 473 артикул. Ну, давайте я вам покажу эти чернильные хотя бы цвет, да. То есть, ну, как чернильный, темно-синий такой обычный цвет, обычный вообще. Папе я набрала зеленых, Антону чернильных и синих. Почему? Чтобы не путали они, потому что у нас и свекор, и все вот такие вот носят, им они нравятся. Поэтому, чтобы мужчины не путались. Далее массажер. Такой вот для тела. Знаете, очень удобно. Он действительно классно, приятно массирует. И что мне больше всего понравилось в нем, то, что он, у него еще вот эти головки, они еще и крутятся. И когда вот вы ведете, вы не просто ведете, а он еще их зацепляет. То есть он вот тут вот двигается всяко разно. И самое классное, намазали, допустим, антицеллюлитным кремом и пошли втирать. И пошли втирать, и ручки чистые остаются. Мне вот это очень, конечно, нравится в таких массажерах. У меня есть не один такой массажер. Вот. И когда вы ведете, он действительно защипывает, и так не слабо. И массаж-то получается, знаете, ребят, такой путный, я бы вам сказала, действенный. То есть, если вы сильно защипнете, сильно надавите, так даже больновато, как от настоящего массажиста. Поэтому, кто следит за собой, там, за упругостью кожи или там целлюлит хочет убрать, я советую артикул 910-172. Вот даже взять мою руку, да, давайте попробуем с вами. Как-то бы вот так я, наверное, ее поверну, да. То есть, видите, я беру, надавливаю, и он уже зацепляет, видите, зацепляет. То есть он ведет, и то я легонечко взяла. А как он зацепляет, извините меня, пузик висящий, как он хорошо зацепляет, получается, внутреннюю часть бедра, нашу самую любимую проблемную, это, конечно, ого-го. Да, можно легонько делать, можно посильнее. Так как дочка у меня конфисковала практически все носки, мне пришлось еще по себе заказать, но больше я носков заказывать не буду. Ой, если свекровь не конфискует. В общем, вы меня поняли, да, то есть их я уже не буду называть, они были. Муж любит рвать фитнес-резинки, новые фитнес-резинки он еще не порвал, но я заказала на всякий случай 910-155, их тут три резиночки, бирюзовая 6,5 килограмм, желтая 9, серая 11 килограмм, да, то есть серая она в основном на руки идет, да, для новичков, потому что после них будет очень сильно болеть тело, если вы сразу, например, будете серой и руками, потому что оно очень туго. Нагрузка просто невероятная, да, то есть мы ими уже снимали подробный обзор, как мы с ними занимались, но будем заниматься, я еще раз на YouTube выложу в ускоренку, да, то есть очень удобно, здорово, да, ими заниматься, это серединка, а вот эта легонькая как раз для нас, для тех, кто страдает вот хондрозом, например, да, хочется подтянуть ручки с одной стороны, с другой стороны чуть какое-то перенапряжение и опять в спину дает, да, вот у меня такое есть из-за занятий, то есть у меня ноги вроде бы крепкие, а верхняя часть туловища слабенькая, вот, и поэтому я вот вверх только бирюза, а низ я или желтую беру, или серую беру, да, то есть таким вот образом. Увидела еще вот такую штучку, Бюстье Боди, корректирующее белье, Лила, наверное, так, Лула, XL. В общем-то, по талии все отлично, хотя оно особо ничего не утягивает, это просто маечка в обтяжечку. Тут есть застежечка, в принципе, достойная вещь, но у меня сюда даже примерно не вошла грудь.
вообще грудь не влазит, не входит, а так было бы красиво, если бы не вот это вот маленький размерчик, я бы его себе даже оставила, носила, выглядит вообще как обычный такой, обычный купальник, да, вот так можно сказать, но вообще грудь не влезла. А, бюстгальтер спейсер получается, артикул 85С, стал мне немножко великоват, сейчас буду заказывать на размер меньше, в следующий раз посмотрим. Это по золотому випу, один продукт с 70% скидкой нам сейчас дается, и вот я что-нибудь доберу каждый каталог. А так как они мне очень понравились, вот эти спейсеры, они не мнутся, ничего. Давайте прям проведем эксперимент, то есть полностью сминаем, что попало делаем, да, то есть посильнее, да, прямо расправляем, и с ним ничего не случается. Он просто идеальный, он такой остается, то есть это такой бюстгальтер классный, да. И он, может быть, тут что-то и есть такое, да, немножечко плотность какая-то, но эта плотность абсолютно не увеличивает грудь, да и зачем мне, чтобы она увеличивала. Угу. И, в принципе, очень красивый бюст, очень нежный такой цвет у него, вообще приятный. Далее взяла полотенце Пештемаль, очень мне понравилось, артикул 910-206. А еще одно взяла. Значит, вот эта вот вещь, это из лузги гречихи. Сейчас лето, на нем вот очень удобно сидеть. Я уже такие себе брала, но они, если честно, уже все приплюснулись, что ли, из-за того, что им уже по много лет, и я вот решила взять новенькие. Угу. То есть, значит, оно идет эффект микромассажа, ортопедический эффект, тонизирование, гипоаллергенно и вообще много-много-много еще чего. Даже профилактика заболеваний мочеполовой системы. Я думаю, об этом нужно думать с ранних времен. И вот я заказала 3 таких штучки себе, мужу и дочке. Старший, младший еще пока не нужно, потому что я ей недавно заказывала. Наперник тут идет 35 хлопок, 65 полиэстер, и наполнитель 100% лузга гречихи. Вот такой вот он классный. Тут есть, расстегивается, можно высыпать, стирать, но мы не стираем. Мы потому что изобрели свой такой под него что-то типа, как даже выразиться, что-то типа накидки, да, и сверху кладем, и в принципе мы его не стираем. Ну и 5 вот таких подушек заказала себе новых, 5 выкину и 5 новеньких постелю. По идее мне надо 10, вот, но 5 у меня не такие старые. Угу. Артикул 113-00, они прям классные такие, да, слышите, вот, мы спим уже около 5 лет на таких. Ну, в принципе, все. На возврат у меня только боди, а все остальное прям нужно. С вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.